талантов. Короче, получается, вас не демобилизуют, а будут контракты подсовывать? Вот пи***ц, охереть. И что делать в такой ситуации? Либо подписывать, либо это. Бля, понимаешь, Юр, если ты подпишешь, все, это пи***ц. Тебя так и так нет. Вот, а ты говорил, демобилизация, типа, отпустят. Ни хера не отпускают. Да не будут. Я почему-то уверена, что не отпустят. Ни хера не отпустят они вас. Ну, я, конечно, верю в лучшее, но, блин, Юра, готовься к лучшему, серьезно. Потому что сейчас вот эти все законы, сейчас закон, он вообще вышел. Типа, если какое-то звание до 60 лет могут призвать, то даже мой папа подходит, потому что он, ну, бывший военный, так сказать. Юр, потому что это утилизация, Юр. Это утилизация. Они утилизируют. Мне не нужны люди, да? Мы просто как мясо для них, вот и все. Да, там, конечно, бабки еще играют роль, но у них еще и в планах утилизировать как много больше народу. Это уже не скрывают. И все, кто там на передовых, все это понимают. Да, конечно, ты меня не обрадовал. Я, честно тебе скажу, не подписываю контракт. Как бы они ни заставляли, что бы они там ни говорили, пошли они нахер. А ты говорил, что по поводу демобилизации, ну, типа, уже приказ есть. Что, никого не демобилизовали? Вот вообще из своих знакомых, может, кто-нибудь. Слушай, Юр, я с Анькой тоже говорила по этому поводу. А может, просто с кем-то договориться? Ну, ну, какому-то начальнику, блядь, как-нибудь намекнуть. Ну, заплатить ему, блядь, до полляма, хуй с ним, зато, блядь, домой отправиться. Ну, почему ты так думаешь? Когда начнут заставлять подписывать контракт? Ну, ты скажи, блядь, во-первых, я узнал, меня мобилизировали, и уже я здесь год, да, ты уже почти год вы там торчите. А как же приказ о демобилизации? Почему нами других не заменишь? Мы же тоже, как бы, люди, мы тоже устаем. Чего нам этот отпуск, блядь, на 2 недели?